Всем привет! Сегодня у нас Chevrolet Niva. Сегодня попробуем поставить вот такие вот LED-лампы в ближний свет. Значит, вот сейчас стоят обычные галогенки. И, соответственно, световой пучок у них вот всего. Что, приступаем к установке? Вот такие лампы в упаковке, в пенопласте. Ну что, извлекаем старую лампочку. Ну вот, первую лампочку воткнули. Сейчас включим, посмотрим, как она светит. Ну, в принципе, уже лучше. Бачок на месте. Тут все тоже закрыли. Переходим на другую сторону. Вторая лампочка тоже на месте. Вот такой получается световой пучок. И вот что спереди. Вот так это выглядит в полной темноте. Значит, появилась уже полоса. В принципе, стало намного лучше. Вот как-то так.